Привет, друзья! Какой электроприбор на кухне самый простой, но в то же время наиболее незаменимый? Конечно же, это электрический чайник. Это достаточно простая кухонная техника, которая позволяет вскипятить воду, ну, буквально в считанные минуты, чтобы сделать ваш любимый крепкий кофе, либо заварить ароматный чай. Причем неотъемлемой функцией всех современных электрочайников является автоматическое отключение при закипании, а значит, вы всегда сможете включить чайник и смело заниматься своими делами, при этом не боясь, что вся вода выкипит. Перед нами электрический чайник от производителя Good Helper. Модель называется KPS-188C. Цветовая гамма перед вами. Весьма универсальные цвета, которые подойдут абсолютно к любому интерьеру вашей кухни. Электрические чайники поставляются в картонной упаковке. Давайте более подробно рассмотрим. Основные характеристики и возможности у нас указаны на упаковке. Здесь имеется автовыключение при закипании, защита от включения без воды, защита от перегрева, поворачивающийся корпус 360 градусов, дисковый нагревательный элемент, двойная термоизоляция корпуса, внутренняя колба – это нержавеющая сталь, внешняя колба – это нержавеющая сталь и декорированный пластик. Имеется индикация включения, металлическая защита крышки, объем составляет 1,8 литра, мощность 1500 Вт, рабочее напряжение 220 Вольт. Итак, мы достали из коробки данные электрочайники. Действительно интересные, сочные такие универсальные цвета. Я думаю, что каждый подберет под свою кухню нужный именно для вас. Комплектуются данные электрочайники вот такой вот подставкой, так называемая база. Длина провода составляет порядка 60 сантиметров. Когда вы расположили чайник по месту, в основании подставки есть вот такие углубления. Здесь можно спрятать ненужный провод. Предположим, вы отмерили длину, поставили чайник, и чтобы провод не болтался, можно убрать провод в это место и вот таким вот образом зафиксировать. Это очень удобно. Каждому электрочайнику в комплектации идет вот такая небольшая инструкция по эксплуатации. Она выполнена на русском языке и буквально на 4 страничках. В ней указаны правила безопасности, меры предосторожности, технические характеристики, условия гарантийного обслуживания, имеется сам гарантийный талон, а также список авторизированных сервисных центров. У данного чайника имеется термоизолированный корпус. Это значит, что при приготовлении кипятка вы никогда не обожгетесь. Снаружи чайник исполнен в сочетании пластика и металла. Имеется индикатор включения данного чайника. Сбоку такая массивная ручка расположена, очень удобно держать в руке. На самой ручке имеется включение-выключение кнопка. Сверху такая вот клавиша открывания данного чайника. Все весьма просто и добротно. Очень важный момент. Внутри данного чайника имеются риски минимального объема воды, а также максимального. Не стоит превышать максимальную риску, потому что когда чайник у нас будет закипать, вода может выкипать и выплескиваться наружу. Буквально пару минут хватило для полного закипания воды в данном чайнике. Считаю, что это довольно-таки достойное устройство для людей, ценящих сочетание простоты и функциональности. Это хороший, крепкий и недорогой чайник от производителя Good Helper, который станет для вас действительно хорошим помощником. На сегодня я с вами прощаюсь. Надеюсь, видео было для вас интересно. До новых встреч. Пока.